Ты? Ты предвестник из соратников? Всегда грустно, когда кто-то умирает. Извини, мне кажется, я видел, как кто-то убегал, но я его не рассмотрел хорошенько. Еще одна жертва. Это просто ужас. Я услышала крик и прибежала сюда, но она уже была в таком виде. Всегда грустно, когда кто-то умирает. Как жаль. Нет, извини. Но я заметила, что ее кошелек был не тронут, так что это явно не грабеж. Извини, мне нужно подготовить тело к погребению. Ходят слухи, что Восточная Имперская компания снова открыта. Это во многом твоя заслуга. Все знают, что мальчишка Аретина проводит какой-то ритуал. Все как обычно. Никто ничего не заметил. Мерзавец опять сбежал. Слушай, если ты думаешь, что справишься лучше, чем Легион Стражников, вперед, действуй! Но сначала поговори с Йорлейфом. Пусть он даст тебе полномочия. А то нельзя же, чтобы каждый дурак приставал к людям под видом расследования. Если он разрешит, тогда мы и поговорим. Не даст нам прямого ответа. Он настоящий норд. Он образумится. Я не был бы... Я не великий стратег, но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам. Какие же страшные пришли времена. Люди охотятся на своих же братьев, словно на диких зверей. У меня и так не хватает людей. Если ты хочешь предложить свою помощь, я с радостью ее приму. Я прикажу стражникам оказывать тебе любую помощь. Да и я сам всегда рад помочь тебе, если потребуется. Послание более ясное. Да, надо воткнуть меч ему меж ребер. Мы опозорим его, захватив город. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Добро пожаловать в музей! Если у тебя есть минутка, загляни в мой музей редкостей. Обещаю, там тебя ждут настоящие чудеса. Но мы с сестрой получили довольно крупное наследство и решили отправиться путешествовать, поискать приключений. Во время наших странствий по Тамриэлю мы услышали множество историй о необычных и удивительных артефактах и решили отыскать столько, сколько получится. Несколько лет назад моя сестра умерла, и тогда я поселился здесь и открыл музей редкостей. Думаю, она была бы рада узнать, что собранная нами коллекция радует и молодежь, и стариков. Именно так. За плату в несколько септимов я расскажу о наиболее интересных диковинках моей коллекции. Великолепно. Пойдем, я расскажу удивительные истории и покажу совершенно потрясающие чудеса. Ты... Мне вот интересно, что делает Девакин после того, как его призовут Седобородый? Ну тогда ладно. Отсюда ведет кровавый след. Хелгард унесла тело в зал мертвых, чтобы подготовить его к погребению. Она немного сумасшедшая, но никто лучше ее не управляется с мертвыми.
диагональный разрез от левого плеча. Ну, мертвая. Но, думаю, это вполне обычное дело. По крайней мере, здесь. Ну, разве что кроме меня. Извини, это я так шучу. А, да, ну, конечно. Единственное, что необычно, это формы ран. Они выглядят так, будто бы их нанесли, ну, такими изогнутыми клинками, которыми пользовались древние норды, когда бальзамировали мертвых. Я не знаю, у кого в Виндхельме может быть нечто подобное. Кроме меня, конечно. Я слишком занята подготовкой мертвых к похоронам, чтобы множить их количество. И я бы не стала рассказывать тебе о ранах, если бы их нанесла я. Теперь мне правда нужно вернуться к телу. Потребуется много работы, чтобы подготовить ее к погребению. Длинный диагональный разрез от левого плеча. Все хорошо, надеюсь? Алгров не даст нам прямого ответа. Он настоящий норд. Он образумится. Я не великий стратег, но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам. Империя сильно давит на Вайтра. Старый дом Фрики расколотый щит? Он стоит заброшенный с тех самых пор, как ее убили. Думаю, у ее матери Това ему есть ключ. Им всем известно. Сколько еще? Путешествуй осторожно. Опасность поджидает нас. Считаешь, я должен отправить Палгрову послание более ясное? Мое сердце орбит о клане расколотый щит. Люди убиты. Известно, кто Талос? Это он создал империю. Мои любимые заботы. Мне все еще тяжело прийти в себя. С тех пор, как мы остались без дочери. Извини, я ее очень любила. И мне очень больно вспоминать о ней. Прости, я не хочу говорить о дочери. Ну ладно, что именно ты хочешь узнать? Хьерим? Ну, не знаю, что ты там надеешься отыскать, но можешь попробовать. Рад, Сноб. Каждую ночь я гуляю по кварталу Серых. И говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Бедная Нильсен совершенно разбита после убийства сестры. Так слушайте, если у тебя есть минутка, загляни в мой могу лежит, прийти в себя после смерти. Придет, да. Однажды я не стесняюсь признавать, что... О, спасибо! Да благословят боги твое доброе сердце.
Будь начеку, мясник может прятаться где угодно. Я преследую его уже несколько месяцев. Ну, не то чтобы преследую, пытаюсь отыскать его. Стражники не хотят мне помогать, остальные горожане тоже. Я единственная, кто еще верит, что это чудовище можно поймать. Они утверждают, что слишком заняты войной. Ну а по мне, какой смысл вообще выигрывать войну, если мы дрожим от страха у себя дома? О, им как раз не все равно. Вот только никто из них ничего не хочет делать. Лишь болтают, что я им надоела. Но я ведь пытаюсь спасти им жизнь. А? Что там? Вунферт. О нем уже много лет ходят самые разные слухи, сколько я себя помню. Но он опасный человек. Его потому-то и называют неживой. Я бы не стала связываться с ним в открытую. Расскажи обо всем управителю. Он к тебе прислушается. Если у тебя есть минутка, загляни в мой музей редкостей. Обещаю, там тебя ждут настоящие чудеса. Дай-ка взглянуть. А, да. Это камень колеса. Древний символ власти в Винхельме. По традиции его носит придворный маг. Я бы с радостью приобрел его. Но это, если ты хочешь от него избавиться. За этот предмет я могу заплатить, скажем, 500 золотых. Чудесно. Это будет прекрасным дополнением к моей коллекции. За... Приветствую, соратник. Он настоящий Норд. Он образумится. Я не великий стратег, но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам. Империя сильно давит. Это очень серьезное обвинение. И что, по-твоему, я должен? Полагаю, у тебя есть доказательства? Если он не с нами, значит, он против нас. Я не могу в это поверить. Ему об этом... Вунферт уже много лет был другом и доверенным лицом Ульфрика. Еще мы будем ждать. Как больно знать, что все это не просто слухи. Вунферта мы арестуем. Благодарю тебя за усердие и за поимку убийцы. Улицы Винхельма снова безопасны. Мы опозорим его, захватив город. Послание яснее некуда. Значит ли это, что мы готовы к открытой войне? Наберись терпения. Я настаиваю. Они все заслуживают смерти, как и их ныне мертвый король. Смерть Торугу. Ты... Ты идешь со мной. Мы наконец-то арестуем мясника. Всем нужна поддержка нашей армии. Мы готовы, только скажи. Посмотрим, как пойдут. Значит? Ты под арестом за убийство Сусанны из гостиницы «Очаг и свеча». И Фриги, расколотый щит, и остальных. Мы раскрыли твои уловки, трус. Неужели в этом городе ни у кого нет мозгов?
Я сам пытался найти убийцу с помощью гадания и магии. Прибереги свои отговорки для кровавого зала, маг. Уведите его прочь. Так точно. Простите, господин, но вам придется пройти со мной. Это еще не конец, Йорлиф. Ты из коллегии? Приходилось о тебе слышать. Тогда пусть они умрут, сражаясь за своих ложных королей. Мы слишком долго были солдатами и знаем цену смерти. В чем дело, Каджит? Говорят, Стража Рассвета возрождается. Это охотники на вампиров. Или что-то такое. Мне все еще тяжело прийти в себя. С тех пор как... Как мы остались без дочери? Ты...
Моя работа простая. Мертвецы особо не жалуются. Я владею фермой Астралист рядом с городом. Честный. Алгров не даст нам прямого ответа. Он настоящий Норд. Он образумится. Я не великий стратег, но лорд Ульфрик ярл объявил награду. Я вырос. Этот город чего только не видел. А сейчас наступает новая глава в его истории. Если он не с нами, значит он против нас. Известно, кто такой Талос? Он создал империю. Алгров не даст нам прямого ответа. Не надо обращать на меня внимание. Я тут никто. Я не был бы столь уверен. Мы перехватили. Братья Бури одерживают победу за великолепно. Это просто неоценимая услуга. Мы должны получить свою награду. Если он не станет, готовить и убирать, значит он против нас. Как мы зовем тех, кто шутит со стражей Винхельма? Самоубийц. Приветствую, соратник. Что бы тебе ни говорили о моих возможностях, в основном это правда. О, какая жалость. А я тут, в кровавом зале. Плохой из тебя все-таки сыщик. Чего тебе пришло в голову обвинять меня? Я сам разыскиваю убийцу.
Я никогда не вел никаких дневников. Могу тебя заверить. Как именно выглядел этот амулет? Я хорошо знаю этот амулет. Точнее, я наслышан о нем. Могу поспорить, что на нем когда-то был вырезан череп. Это амулет некроманта. Легендарный артефакт. Похоже, в чем-то твои выводы были правильны. Тут орудует некромант. Эх, Каликсто часто путается в таких вещах. Да и в его книгах тоже бывают ошибки. Со всеми бывает. Я заметил, что убийства происходят не просто так, а в определенные моменты. Раз теперь мы знаем, что они связаны с каким-то некроманским ритуалом, то я, пожалуй, могу предсказать, когда произойдет следующее. Ну-ка посмотрим. От лорда со последнего зерна до Мидаса огня очага. Это случится скоро. Очень скоро. Будь завтра ночью в каменном квартале. Я почти гарантирую, что именно там убийца станет искать следующую жертву. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. Балдров не даст нам прямого ответа. Он настоящий лорд. Он лорд. Когда женщина подходит с оружием наготове, не мудрено за ней. Там драка. О, что тут произошло?
Мое сердце скорбит о клане. Алграф не даст нам прямого ответа. Он настоящий норд. Он образумится. Я не был бы... Братья Бури одерживают победу за победой. Я рад, что тебе удалось исправить свою ошибку. Я дам приказ немедленно освободить Фунферта. Наш город у тебя в неоплатном долгу, друг. Думаю, ты заметишь, что стражники теперь относятся к тебе гораздо более радушно. Считаешь, я должен отправить Балграфу послание? Путешествуй осторожно. Опасность поджидает повсюду. Надо воткнуть меч ему меж ребер. Что бы тебе ни говорили о моих возможностях, в основном это яснее некуда. Весь город благодарен тебе за поимку этого убийцы. Молодец. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета.